Всем привет, дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Как и обещал вам провести обзор на данный канал Александр DIY. Смотрите, значит, мы узнаем, сколько данный канал зарабатывает за месяц на своем YouTube-канале, автор Саша, а также узнаем, сколько за все время существования на YouTube заработал данный канал. Мы все знаем, что на данном канале, на данном проекте работал Сергей, кишкоблуд, который ушел обратно к абракадабре, к Саше. Тоже зовут абракадабру Саша. Вот. И вот последний ролик «Спасибо тебе, Сергей» называется. 17 часов назад ролик вышел, 90 тысяч просмотров набрал. Потом вот также 19 часов назад ролик вышел, набрал он 50 тысяч просмотров бани из столовой. Потом также вот еще ролик 178 тысяч просмотров набрал, вышел он 3 дня назад. Ну вот смотрите, самое интересное, как все упали вот в просмотры на данном канале, потому что когда появился кишкоблуд на данном проекте у Саши, то просмотры, сейчас я вам все наглядно покажу, как выросли и как они опять упали, потому что Саша ушел с данного проекта. Ну, у них получился с абракадаброй конфликт, просто Александр DIY собирался снимать Сергея Кишкоблуда и делать на нем, получается, контент на Ютубе, как я понимаю, со слов самого Сергея, как он рассказывает. Ну, Сережа не стал подставлять абракадабру, потому что абракадабра очень много помогал ему. И суть в том, что вот я по просмотрам вам хочу показать. Вот смотрите, раньше на данном канале 29 тысяч просмотров, 3 месяца назад, 26, 36, 31 тысяча, 27 тысяч. Вот. Смотрите, 26 тысяч, 21 тысяч, 16 тысяч просмотров. Потом 79 тысяч просмотров, 24 тысячи просмотров. Вот тут Ильдар, получается, появился, получилось 237 тысяч просмотров, выстрелил ролик. Потом 20 тысяч просмотров, 20. А вот наш Сережа сейчас появится, вот где он, кишкоблуд. Сергей. Вот, смотрите, ролик появляется с Сергеем и набирает ролик сразу 491 тысячу просмотров. 3 недели назад ролик был загружен. Потом опять проект «Столовая», часть первая. Вот Сергей также работает, там 310 тысяч просмотров. Потом опять 127 тысяч просмотров. Ну, вот тут, не знаю, был, не было. Вот тут опять Сергей. 260 тысяч просмотров 2 недели назад ролик загружен был на канал. 169 тысяч просмотров, 129 тысяч просмотров, 195 тысяч просмотров. Вы представляете, какие выстрелы пошли на данном канале из-за появления на данном проекте Сергея. Они строят проект для детей, то есть, ну, как я понимаю, детский дом вроде бы, если не ошибаюсь. Вот, для детей. То есть благородное все это дело. И Сергей ничего, никто не зарабатывал ничего, никому ничего не платилось. Потому что я смотрел внимательно, все слушал, как что Александр рассказывает. Также и со слов Сергея. Он сам говорил, что пришел туда не зарабатывать, а, как вам объяснить, он просто очень сильно пил много. Все мы помним даже, Абракадабра вот снимал ролики, у него есть на канале. И Абракадабра привез его туда на исправление. Ну, месяц Сергей там пробыл и не пил. Вот, и ушел потом. Из-за конфликта. Потом, вот смотрите, 178 тысяч просмотров, также вот крышу они делали. И 90 тысяч просмотров, последний ролик 17 часов назад был, как я вам сказал, «Спасибо тебе, Сергей» называется. Смотрите, самое интересное вот. Смотрите, сейчас я включу ролик, на паузу нажал. Смотрите, лайков 4400 лайков. Дизлайков на данном канале 10 тысяч на данном видео. 10 тысяч дизлайков. Вот так-то. Много людей отписалось, мне писали в комментарии провести обзор на данный канал, потому что много отписок было на данном канале. Вот. Ну и вот провожу. Ну давайте посмотрим, хорошо, значит, саму статистику данного канала уже. Итак, значит, давайте самые ролики, самые популярные посмотрим вообще на данном канале. Какие ролики стали популярными и сколько просмотров набрали они. Итак. Популярным ролик, а вот с Сергеем Кишкоблудом, и вот он самый популярный ролик на первом месте 3 недели назад, который был загружен на канал, набрал он 491 тысячу просмотров. Он вам не Кишкоблуд называется, судьба человека. Вот он самый ролик популярный. Потом Ильдар и команда, вот 375 тысяч просмотров, 4 месяца назад ролик был загружен на канал также. Вот, и потом еще вот 310 тысяч просмотров также с Сережей, 3 недели назад был загружен на канал ролик. То есть, ну, все с Серегой, вот самые популярные ролики, 260 тысяч просмотров также вот, 2 недели назад загружен был на канал. И вот 195 тысяч просмотров, это популярные ролики. Давайте посмотрим старые ролики, когда же был первый ролик загружен на канал Александра DIY. Итак, а вот самый старый ролик, это 7 месяцев назад был загружен на канал, набрал 11 тысяч просмотров. Варим суп,
за 300 рублей на 3 дня челлендж. 11 тысяч просмотров. Это первый ролик был загружен на канал. Давайте посмотрим статистику о канале. Итак, ну, как я понимаю, наверное, Александр Диавай, он скрыл просто свои предыдущие ролики и оставил, которые, когда начал уже заниматься каналом, либо забросил просто его, он просто лежал мертвым грузом, YouTube, его канал, и потом вот 7 месяцев назад, получается, он начал заниматься им. Не знаю. Итак, на данном канале 5 миллионов 771 тысячи 681 просмотр. Канал был создан 26 октября 2016 года. Ну и вот описание. Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр, и я живу и работаю в детском лагере «Лесное озеро». То есть они строят детский лагерь «Лесное озеро». Мы строим детский образовательно-реабилитационный центр для деток, инвалидов и не только. Ну, то есть это очень хорошее, благородное дело. Человек молодец на самом деле. Против я ничего не имею сказать. У всех свои есть недостатки, а также есть положительные и отрицательные, как говорится, недостатки. У нас также не самая хорошая ситуация. Лагерь дошел до нас в плачевном состоянии, но это не повод опускать руки. Ну, то есть Александр доводит до ума лагерь. Вот, хорошо. Давайте, значит, перейдем к другой статистике, уже на другой сайт. Разберем поподробнее статистику данного канала. Итак, загрузок видео. 121 видео загружено на канал. Подписчиков 149 тысяч. Просмотров видео 5 миллионов 771 тысяча 681 просмотр. Канал зарегистрирован в России. Тип канала неизвестно, но тут люди и блоги получается. Пользователь создан 26 октября 2016 года. То есть статистика YouTube нам также говорит, что канал был создан 26 октября 2016 года. Общая оценка канала B-. Подписчиков за последние 30 дней на канале. На канал подписалось 42 тысячи человек. Подписок было. На 4% хуже, чем позапрошлый месяц. То есть за 30 дней 42 тысячи человек подписалось на данный канал. Видео просмотров за последние 30 дней было на данном канале 2 миллиона 359 тысяч. На 12%, на 12 тысяч % тут лучше, чем позапрошлый месяц. То есть позапрошлый месяц вообще там по просмотрам, ну, не такие огромные были результаты. Вот. Также, расчетный ежемесячный доход данного канала составляет от 590 долларов до 9400 долларов в месяц. То есть, статистика YouTube нам говорит, что канал Саня DIY зарабатывает, начальный заработок его, от 590 рублей, долларов. Давайте переведем это в рубли. 590 долларов умножим на 73 и получим 43 тысячи рублей. Это начальный заработок данного канала. Но за последний месяц Саша заработал больше на своем YouTube-канале. 9300 долларов YouTube не платит ему. Мы к этой цифре позже с вами вернемся. Сейчас поподробнее статистику рассмотрим данного канала. Посмотрим по отпискам, что там. Потому что писали в комментариях многие, что очень сильные отписки на данном канале. Ну, я по дизлайкам уже увидел даже. Вот по отпискам, ну да, вот вижу. Сейчас скажу вам все. Вот смотрите, здесь просто статистика Social Blade YouTube не зафиксировала ежедневные отписки и подписки на данный канал. Ну, по частям вам все расскажу и все покажу. Вот тут 21 тысяча подписчиков сразу подписалось 2.05 числа, потом 3.05 также за сутки 5 тысяч подписчиков, 4.00 4 тысячи подписчиков. А вот тут смотрите, 25.05.2020 отписалось 14 тысяч человек. То есть 14 тысяч человек отписалось 25.05. А видео когда получается у нас? Ну, Александр получается... А, вчера получается. Вчера, сегодня 26 число, да. Вчера получается отписка была на столько вот человек. На 14 тысяч человек. Потом сегодня также минус 2 тысячи человек отписалось еще. Вот такие цифры. То есть за сутки подписывается 1400 человек на данный канал. Вот. Хорошо. По просмотрам 4491 просмотр за сутки, 2000 просмотров за сутки, 2000 просмотров за сутки, 3000 просмотров за сутки, 6000 просмотров за сутки, 7000 просмотров за сутки, 11000 просмотров за сутки, 107 тысяч просмотров за сутки. Ну вот как Александр появился, Сергей появился на данном проекте, вот и расти просмотры начали огромные. То вот видите, за сутки по 78 тысяч просмотров набирает данный канал. Хорошо, давайте посмотрим подробную статистику данного канала. Итак, что ожидает в будущем? Ну, узнаем прогноз на будущее данного канала. Итак, через 12 месяцев полноценных на канале Александр Диавай будет 669 474 подписчика. Сейчас 149 тысяч подписчиков. А также по просмотрам 37 321 595 просмотров будет. Сейчас на канале
5 771 681 просмотр. А через 5 лет на данном канале будет 10 022 917 подписчиков и 633 842 185 просмотров. Вот такие цифры ожидают в будущем данный канал. Ну, по подписчикам я уже вам сказал. Давайте посмотрим точную цифру, чтобы не ошибаться. Вот, Саня Диавай получает 149 тысяч подписчиков на данном канале. Вот здесь статистика обновляется ежесекундно. Кому интересно, можете зайти, мониторить, смотреть. Здесь подписался человек, сразу покажет подписку. Отписался, также отписку покажет. Вот. Кстати, это кто там вот мне писал в комментариях многие, что отписываются много людей. Вот можете зайти и помониторить, сколько человек отписывается. Даже минут 30 посидеть и посмотреть, если вам это интересно. Хорошо, давайте, значит, теперь перейдем на другой сайт и посмотрим вообще и узнаем, сколько за все время Александр Диавай заработал на своем YouTube-канале. А потом уже вернемся на сайт Social Blade к статистике YouTube и уже оглашу вам точный результат, сколько заработал Александр на своем YouTube-канале за последний месяц. Итак, сколько зарабатывает Саня Диавай на YouTube? На сегодня, 26 мая 2020 года, канал Саня Диавай заработал. Вот у нас сейчас идет подсчет денежек данного канала. 340 тысяч рублей, 340 тысяч 432 рубля заработал данный канал за все время существования на YouTube. Вот. Ну, каналом мы видим, что Александр занимается только 7 месяцев. Вот. И сначала старые ролики, сейчас посмотрим даже. Да, 7 месяцев, если не ошибаюсь. Вот первый ролик когда был? Да, 7 месяцев назад ролик первый был загружен на канал. То есть Александр занимается своим YouTube-каналом 7 месяцев. 340 тысяч рублей заработал уже на своем YouTube-канале за все время существования. Саня Диавай зарабатывает на YouTube 260 рублей в день или 7808 рублей в месяц. Может, когда-то до приезда еще Сергея, что я все путаю, Сергея Кишкоблуда с Александром. Вот, до приезда его еще, может, такую сумму он и зарабатывал, да, не спорю. Но сейчас, за последний месяц, заработал Александр Диавай на своем YouTube-канале намного куда больше. Сейчас мы это вернемся и посчитаем с вами. Итак, значит, расчетный ежемесячный доход данного канала составляет от 590 долларов. Мы с вами посчитали и перевели эти доллары в рубли и получили 43 тысячи рублей. 43 тысячи, грубо говоря, 43 тысячи 70 рублей. Вот. Но на самом деле эта цифра занижена. На самом деле Александр Диавай за последний месяц заработал на своем YouTube-канале больше. Нам надо 590 умножить на 2,5. И получим мы 1475 долларов заработал канал Александр Диавай. Можем даже взять 1500 округлить, потому что я уверен, что будет больше данная цифра еще, чем моя вот эта. Но не меньше этой суммы. Переведем это в доллары все. Ой, в рубли, извиняюсь. И получим 109 500 рублей заработал канал Саня Диавай за последний месяц на своем YouTube-канале, так как просмотров было на данном канале 2 359 000. Вот и весь результат. Делайте выводы сами свои. Получился конфликт у них, не получился, это не важно. Это ихние разборки, да, я понимаю. Саша увидел в проекте, что когда приехал Сергей, ему хотелось, чтобы Сергей снимал с ним контент. Вот. Но Сергей отказался от этой ситуации, потому что приехал он туда на исправительный режим, на исправительный, как говорится, срок. Ну, не суть, ладно. Показал я вам, значит, сколько зарабатывает за все время заработал Саня Диавай на своем YouTube-канале, а также за последний месяц. Всем спасибо еще раз за просмотр данного видео, хочу сказать вам. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!